Добрый день, уважаемые партнеры, добрый день, уважаемые друзья. С вами, как всегда, Станислав Томашунас. И сегодня мы разберем тот вопрос для новичков, которые, в принципе, еще ничего не заработали, но уже хотят видеть, как выводятся деньги из компании YoBot, с робота, который автоматически нам зарабатывает эти криптовалюты, и как мы их можем обналичить с вами. Итак, давайте сейчас, во-первых, посмотрим по выводам. То есть, что мы можем с вами делать? Мы можем с вами выводить деньги до 10 раз в день, лимит 10 выводов в день можно делать. И суммы минимальные вывода от 100 тысяч сатоши биткоина, от 0,2 лайткоина, даркоина и так далее. Но нас больше интересуют, конечно, такие валюты, как биткоины и доджикоины. Доджи можно выводить от 100 доджиков. То есть вот есть у меня на балансе сколько-то. Значит, что, куда можно вывести? Можно вывести сразу, например, на свой додж кошелек, где у вас хранятся ваши деньги, и отсюда уже отправлять на биржу. Второй вариант, сразу зарегистрироваться на бирже и напрямую отправлять деньги сюда. То есть если вы зарегистрировались на каком-то сервере обмена, в данном случае, ну, я вот предлагаю ehmo.com, который на моем сайте указан. Здесь в разделе «Кошелек» находите ту валюту, которую вы выводите. То есть, если вы выводите доджи, вам нужен кошелек доджи. Пополнить. Здесь мы копируем адрес нашего кошелька. Зачисление происходит автоматически после 6 подтверждений сетью. Это может минут 5-10 пройти, в зависимости от загруженности сети. Идем в YoBot, заходим в раздел WinDraw, находим ту валюту, которая нас интересует, в данном случае Dogecoin. И сюда мы ставим кошелек для вывода. Сюда мы выводим. Ставим, например, 110 Doge. Заметьте, что ставлю в раздел мануал WinDraw, то есть это ручной вывод. Если вы поставите автоматический WinDraw уровень, также ставите сюда сумму, нажимаете верхнюю кнопочку автоматически, когда набирается нужное количество доджи, вам будет происходить выплата. Но лучше делать, конечно, это на мануальной основе, то есть на ручной основе. Поставили сумму, поставили кошелек, куда мы выводим эти доджи, и нажали доджи мануал WinDraw. Ждем, происходит обновление. Как видите, отсюда доджи у нас списались. И теперь мы их с вами будем ждать на балансе, на нашем кошельке. И вот как только они придут, мы их сможем с вами поменять. Тогда подождем несколько минуток. Но также, в принципе, информацию о своих отправленных деньгах вы можете найти в разделе History, история, WinDraw, Doge. Да, 110 догов у вас выведено. Здесь ссылочка на ваш же кошелек, на который вы отправляли. Ее можно открыть и посмотреть эту всю информацию. То есть в данном случае сделка прошла. А в кабинете ECMO мы можем с вами зайти непосредственно в раздел «Кошелек. История ввода-вывода». И вот у нас идут наши доги. Как вы помните, я показывал, там где мы ссылку на адрес кошелька брали, было написано, что после 6 подтверждений сетью деньги зачисляются. Вот на данный момент 5 подтверждений, и после 6 подтверждения деньги уже поступят на кошелек. То есть система эти деньги уже видит, остались только вот эти подтверждения, технические моменты пройти, и соответственно они поступают на ваш счет. Соответственно, здесь вы их уже увидите. Итак, обновили страничку. И видим, что у нас наши доги зачислены на кошелек. В истории ввода-вывода это также отобразилось. Здесь мы получили с вами письмо. Личное сообщение. Был осуществлен ввод 110 доджей. И заходим в раздел «Обмен». Выбираем здесь валюту доджи. У нас есть на балансе 110, так и ставим 110.
И, предположим, мы это хотим поменять на рубли. Нажимаем рубль, 110 доджей. Получается 1,66 рубля. И делаем обмен. Заявка на обмен успешно создана. И как вы видите, наверху у вас появилась сумма 1,65 рубля. В принципе, вы можете поменять на доллары, можете на рубли. Это столь маленькая ничтожная сумма. И сделал я это только для примера. Дальше. Дальше открываем свой кошелек. Видим, что у нас в разделе рублей появились на балансе деньги. Мы можем сделать вывод. Мы можем вывести с вами на Kiwi платежную систему, на Яндекс.Деньги, на WebMoney, на OkPay, на систему Payeer, отправить на свою карточку Visa либо MasterCard. В данном случае на российские карты только выводит. Да? Карты, заказанные в иностранных банках, у вас не пройдут. Также мы можем отправить с вами на Билайн, на МТС и на Мегафон деньги. Все делается достаточно просто. Ставится сумма вывода. Нам показывают, что мы получаем. Здесь вывести просто сейчас не даст, потому что ну, такие копейки. И еще с комиссией вы сами понимаете, что это просто-напросто выводить будет достаточно мало. В принципе, можем с вами попробовать. Выведем на OkPay. Я проставлю адрес своего OkPay. E-mail. Здесь требует с нас e-mail получателя на OkPay. И вывести средства. Заявка на вывод успешно создана. Дальнейшие инструкции посланы вам на e-mail. Заходим свою почту и ждем инструкции. Пока параллельно можно открыть кошелек OkPay. Так, мой OkPay счет. Туда нажал. Так, вот нам пришла инструкция. Подтверждение вывода средств. Для подтверждения вывода средств перейдите по следующей ссылке. Либо для отмены вывода перейдите по следующей ссылке. Но мы подтверждаем свой вывод. Задание на вывод 1 рубль 65 копеек подтверждено. Замечательно. Идем в кошелек. Смотрим, что у нас здесь денег не осталось. И дальше мы с вами идем на OkPay. И как вы видите, нам прислали деньги только что. 27.09.14. Вот сегодняшнее число, 27. Вот, наши рубль 59 законные пришли. Дальше уже как обналичить деньги с OkPay, там отправить на свою карточку OkPay, либо отправить на любую долларовую карту, на другую платежную систему. Об этом все вы можете посмотреть у меня на сайте в разделе платежные системы. Все это есть. То есть вы этими деньгами, вы их заработали и уже можете пользоваться. Вот так вот все просто и занимает буквально 10-15 минут обналичка денег с такой замечательной системы для заработка денег без участия, без, как говорится, без сидения долгого за компьютером в системе EOBOT. Поэтому, ребята, подключайтесь, зарабатывайте. Ну и больших вам достижений, больших вам денег и много партнеров. Спасибо за внимание. С вами был Станислав Томашунов.